Да. Я сказала, забыли. Мы его чуть не потеряли. Если так, и мы его не позовем, то... Он убьет нас. Так может вернуться в лес и найти убийцу? Скотт. Вы не слышали его голос. Он был в восторге, что находился там. Просто включи голосовую почту. Привет, Скотт. Я уже тут. Я в Квантика, Вирджиния, ФБР. Я в хреновом ФБР, и это правда. Хотя я и сказал Лидии, что скучаю по ней и хочу домой, но... Слушай, Скотт, что бы ты ни делал, просто убедись, чтобы все уехали из Бейкинг-Хиллз. Я к тому, что ты хоть и считаешь, что город без тебя развалится и уезжать нельзя, я это понимаю. Но ты должен. Я знаю, что ты должен выехать сегодня, так что пообещай, что правда это сделаешь. Просто сядь в джип и уезжай. На гербе ФБР написаны три слова. Верность, смелость, честность. И этого мы требуем от всех наших стажеров на протяжении всех 6 месяцев, что вы будете находиться тут. Верность, смелость, честность. Вы присоединитесь к настоящим федеральным агентам, расследующим от экономических преступлений до терроризма. Международного или внутреннего? Но... Да, именно. Также мы участвуем в поимке похитителей, убийц... Маньяков? Да, даже маньяков. Простите, теперь буду поднимать руку. Прошу, продолжайте. Так вот, недавно наша команда участвовала в поисках и поимке странного одичавшего объекта в дебрях Северной Каролины. У вас какие-то проблемы, юноша? Нет, простите. Просто перенервничал, все нормально. Хотя у меня есть один вопрос. А за что его разыскивали? За убийство. То есть... Прошу прощения, а какое именно убийство? Массовое.